Ты правильно сделала. Не вини себя. Мама, мне страшно. А вдруг Курку? Тихо. Не надо кликать беду. Все будет хорошо. Мне надо подышать свежим воздухом. Я с тобой. Нет, нет. Вы сидите, я сейчас приду. Здравствуйте, я хотела сдать кровь. Дочка, почему ты так долго? Просто я подышала воздухом. Мы извлекли пулю. Остается только ждать. Результат операции мы сможем узнать только после того, как проснется пациент. А когда проснется мой дядя? Не могу сказать. Остается только ждать. Спасибо. Говори быстрее, что там? Брат, операция закончилась. Как я понял, вроде... Все прошло хорошо. Алло? Брат, ты слышишь меня? Да, слышу. Горгут! Сорванец ты этакий, ну почему ты такой, а? Что бы я ни делал, ты все делаешь наоборот. Почему ты такой, а? Теперь тебе жить захотелось? Почему я должен погубить твою душу? Почему я? Тебе трудно умереть самому, не доставляя мне хлопот, а? Эй, ты! Ты подслушивала меня? Нет. Тогда ты меня не видела и не слышала. Понятно тебе? Понятно. Ясно тебе? Ясно. Повтори, скажи, поняла? Поняла.